Дорогие товарищи, 28 ноября 23 года, Краснодарский край, станица Эриванская. Ну как не посетить вот это место, коль мы уже здесь. Сей храм построен в честь преподобного Сергия Радонежского в 13 году. Вот так, при патриархе Московском всей Руси Кирилле. По благословению высокопреосвященнейшего Иосидора. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот казаки станицы Эриванской, получившие георгиевские награды в годы Первой мировой войны 14-17 года, ребята. Ой-ой-ой. Какие были люди, а? Древние камни свидетельствуют, на месте всем предки поколения нынешнего, основатели станицы Эриванской, Бога Всемогущего славили. В 1868 году от Рождества Христова казаки, основатели станицы, храм Божий построили, и освящен он был в честь благоверного великого князя Александра Невского, покровителя воинов казаков православных, защитников земли русской. Так вот, ребята. Да, ребята. Горбачев Володя, Аверьянов Василий погибли в СВО. Ай. Да, и вот память 41-45 годов, ребята. А, так тут два памятника. Да, да. Огромное количество сбоку. Ёлки-палки, сколько людей ушло. Добавили, которые без вести пропавшие видно были. Вон там видно. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот тот памятник... первым станичником, который охотником, 131 семья была заселена в 1863 году. На средства. Раньше казаки. Да, ребята, кто-то найдет свои фамилии. Семьи из Черноморья прибыли. Даже мы вот не родственники, конечно, но. Украина называлась Черноморье. Ай-яй-яй. Объект культурного наследия, оригинальное значение, братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками 42-43 год. Вечная память. Да видно, там все вот другие. Вот фамилия мне очень интересна. Брыдыхин А.И., ребята. Это у нас в Береславском районе Херсонской области есть место, где жил великий хозяин Брыдыхин. Ёлки, это, ну, это долго вам рассказывать. Вот он, Брыдыхин Александр Иванович, наверное. Вечная слава героям, ребята, вечная слава героям. Пусть небеса охраняют их. Какие были люди, а? Не то что нынешнее племя. Хотя и сейчас есть красавчики, конечно. Смелые, самоотверженные люди. Ладно, будьте здоровы, ребята. Всего вам хорошего. Здоровечка и мирного неба вам. Чтоб никогда больше не было никаких войн.